С вами магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов «Миол». Артикул товара 58-147. Набор на 32 предмета. Рабочий квадрат 1/2 дюйма. Набор – это украинский бренд, но завод находится по производству в Китае. Но это заводской Китай, уже проверенный не один год наборы «Миол» продаются в Украине. И отзывы только положительные о них. То есть хорошее сочетание цены и качества данного набора. Упаковка сверху идет на кейсе, такая из картона. Указывается квадрат рабочий, 32 предмета, артикул. Премия «Украина. Высшая проба». И с обратной стороны комплектация набора. Прокладка, которая ложится между крышками. Здесь она с качественного поролона, то есть плотная. Так, трещотка у нас 72 зуба, мелкий шаг с реверсом, быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка комбинированная, резиновые вставки оранжевый цвет и черный пластик. Миол надпись на рукоятке, на металле указывается хром-ванадиевая сталь. Трещотка изогнутая, длина трещотки 255 мм. Т-образный вороток, длина 250 мм. Если снимаем переходник, получаете удлинитель 250 мм. То есть универсальная конструкция. А переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1/2. Так, еще один удлинитель 125 мм. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Для того, чтобы во время откручивания свеча у вас не выпадала. Кардан для труднодоступных мест. То есть под углом что-нибудь открутить можете. Кардан соединяется металлическими вставками. Далее головки. В наборе шестигранный профиль головок. Шестигранные и двенадцатигранные головки присутствуют. 6 головок. Начнем мы с шестигранных обычных головок. Общее количество их 19 штук. Самая маленькая 8, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 212 грамм. На головке надпись хром-ванадиевая сталь 32 мм. Покрытие матовое, антикоррозийное сверху. И все головки маркируются на пластике, то есть можно быстро найти нужный вам размер по нумерации. И 6 головок у нас 12-гранных. Размеры 10, 12, 14, 15, 17 и на 19 у нас самая большая головка. Гарантия на инструмент МЮЛ составляет 1 год. Гарантия на брак. Кейс пластиковый, соединяется с широкой зависой пластиковой. Хорошо держится в верхней крышке инструмент, не упадает. И теперь габариты самого кейса. Вес набора составляет 4 кг, ширина кейса 32, длина с рукояткой 28, высота 7 см. Запирание на горизонтальные защелки. Логотип «Миол» с надписью «Миол инструмент» на верхней крышке. Кейс черного цвета. За подписку на канал при покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку от цены на сайте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, кому понравилось видео. До свидания.